проверять информацию прям досконально и в случае чего звонить уже на телефоны сотрудников полиции. Сотрудники полиции, чтобы уберечь жителей от злоумышленников, идут в народ. В поселке Горки 10 полицейские вместе с членами молодежного парламента провели разъяснительную беседу о мошенничестве в банковской сфере и благотворительности. Если первый вид известен многим, то о втором, оказалось, знают не все. В плане благотворительности есть сайты-дублеры больших фондов благотворительности. Там другие расчетные счета, и люди, не зная об этом, перечисляют денежные средства. Также берутся вызывающие жалость фотографии, выкладывается это все в сеть интернет со своим расчетным счетом. Люди, также увидев такую фотографию, у них болит сердце, они проявляют жалость и переводят свои денежные средства. Лучший способ защиты от мошенников – правовая грамотность и бдительность граждан. С каждым годом появляются все более изощренные преступные схемы. Телефоны, компьютеры и электронные архивы позволяют узнать о вас довольно много. Если каждый скажет своим бабушкам, мамам, детям о таких случаях, и это все распространится как сарафанное радио, и тогда мы, конечно, сможем победить этот, ну, так сказать, бич. В группе риска старшее поколение и подростки. Ликбез для собственной безопасности просто необходим. Будьте внимательны и берегите свое имущество. Елена Морозова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».